Здравствуйте, уважаемые друзья. Скажите, пожалуйста, хорошо ли вам меня видно и слышно? Так, хорошо. Значит, сегодня тогда мы с вами начинаем вебинар, который называется «Заботимся о природе. Объединяем интересное с полезным». Значит, сегодня у нас с вами состоится первая часть вебинара, вторая часть будет в июле месяце, поэтому если вам сегодня понравится, вы можете в июле просмотреть еще и вторую часть. Значит, что касается темы нашего сегодняшнего вебинара, я думаю, что вы догадываетесь, сегодня речь пойдет об окружающей среде. Вот, и в частности я решила выбрать такую интересную тему, как почвы. Значит, почему? Потому что, в принципе, это касается каждого, и, ну, не каждого, но, по крайней мере, многих. И это тема, которой достаточно легко заинтересовать детей. А самое главное, что здесь можно выполнить довольно-таки большое количество исследовательских и проектных работ, ну, различной продолжительности, в зависимости от того, с ребятами какого класса вы работаете. Учителя химии, по умолчанию мы считаем, что к нам дети приходят с 8 класса, потому что, ну, пропедевтику ведет мало кто, далеко не все школы идут на то, чтобы выделять часы в 7 классе. Вот, поэтому ученики к нам приходят в 8 классе. Но я знаю, что многие из вас ведут еще и биологию, а биология у нас начинается с 5 класса, поэтому здесь есть о чем поговорить, и можно, в общем-то, привлечь ребят, использовать вот эту тематику, такое как своеобразное введение в химию. Итак, литосфера. Литосфера, мы с вами знаем, что это твердая оболочка Земли, и это практически единственный слой Земли, который постоянно подвергается разрушению. Причем я сейчас не имею в виду обязательно сразу деятельность человека. Вполне большое количество природных процессов, которые приводят так или иначе к разрушению вот этой твердой оболочки в тех или иных частях. Да, это и вулканическая деятельность, и там всевозможные природные катаклизмы, короче, и естественная эрозия. Но в то же время идет и процесс образования, поэтому и в идеале процессы уравновешены. Значит, что касается, собственно говоря, почвы. Почва – это верхний тонкий слой земной коры. Он обычно занимает ну, от нескольких десятков сантиметров до 2-3 метров, в зависимости от зоны, от территории. И, значит, вот этот слой у нас покрыт растительностью и обладает плодородием, собственно говоря, что нас с вами и интересует. Трудно очень переоценить значение почвы для человека, хотя мы, кстати сказать, очень часто говорим о воздухе, говорим о воде, а почву вспоминаем постольку поскольку. Но именно почва дает нам довольно-таки большое количество, ну, практически все полезные ископаемые, и кроме того она обеспечивает нас сельскохозяйственной продукцией. Из интересных фактов, что можно сказать, значит, ну, практически 95% всех продовольственных ресурсов для населения это обеспечивает нам почва. Сколько как бы люди там не использовали те же самые морепродукты, но в основном мы выращиваем продукцию именно на суше. Это крупнейший резервуар биоразнообразия. Четверть жизни всей планеты содержится именно в почве. И почва сама, в общем-то, является уникальной экосистемой, но так получилось, что почва у нас в силу активной деятельности человека больше всего и пострадала от его разрушительных воздействий на окружающую среду. Когда мы говорим с вами о почве, ну, биологи знают, а коллеги, кто преподает химию, вам, я думаю, будет интересно. Говоря о почве, нельзя не вспомнить замечательного русского ученого Василия Васильевича Докучаева. Он является практически отцом современного почвоведения.
внес огромный вклад вот в изучение именно почв, и вы посмотрите, как романтично, с какой большой любовью он говорит о почве, о том, что она значит для человека. Смотрите, какую интересную, особенно вот о черноземе, смотрите, какое интересное он привел сравнение, да, с загнанной арабской чистокровной лошадью, которой нужно дать отдохнуть, восстановить, и она снова будет никем не обогнанным скакуном. И вот то же самое с черноземом. То есть вы видите, по годам жизни наш соотечественник жил, ну, более 100 лет назад, однако уже тогда была проблема нерационального использования почв, что уж говорить, собственно говоря, про сейчас. Почва формировалась практически всю историю существования планеты 4,5 миллиарда лет, а разрушение, которое претерпевает почва, оно, человек разрушил то, что создавалось миллиардами лет, практически за, ну, скажем так, 150-200 лет. Значит, это уникальная экосистема, в которой живет, которая не только произрастает растительность, но и живет довольно-таки большое количество живых организмов, которые, в общем-то, отчасти и формируют эту самую почву. Значит, что касается почвы и человека, да, помимо того, что люди используют полезные ископаемые, но, конечно же, это прежде всего урожай. И мы с вами, коллеги, вот говоря сегодня о вот проектной работе, нас, конечно, будут интересовать прежде всего простые приземленные вещи, а именно сельскохозяйственное использование почвы, причем не просто сельскохозяйственное использование в широком смысле этого слова, а то, что касается очень многих. Мы с вами поговорим о приусадебных участках, да, это огороды возле дач, это могут быть огороды в деревне, если у кого-то живут родственники, то есть это то, что интересно и что касается довольно-таки большого количества ребят. Значит, если мы с вами говорим о составе почвы, то где-то порядка 50-60%, ну, в зависимости от вида почв, приходится на органические и минеральные компоненты. Минеральная составляющая почвы – это порядка 50%, на органику приходится около 10%. Также в почве у нас содержится вода, содержится воздух, ну, вот основные там песок, глина, ну и так далее. То есть вот состав почвы в целом можно выразить вот такой вот схемой. Но, конечно, количественное соотношение этих компонентов, оно будет колебаться в зависимости от видов почв и от того, в какой зоне расположен тот изучаемый нами участочек земли. Кстати сказать, родоначальником вот этого вот зонирования почв также является Василий Васильевич Докучаев. Значит, и, конечно же, говоря о почвах и об их плодородии, нельзя не упомянуть такую вещь, как загрязнение почв. И это, кстати сказать, нам, химикам, весьма близко, потому что мы с вами понимаем, что за каждым, скажем так, видом загрязнителей, какие стоят конкретно группы соединений или соединения, да. Ну, вот что касается бытовых отходов, например, тех же самых. Вот я нашла информацию, да, что ежегодно вообще свалки в России занимают порядка 4 миллионов гектар, и ежегодно на 0,3 миллиона гектар увеличивается площадь свалок и полигонов твердых бытовых отходов. Для примера, много это или мало? Вообще все сельскохозяйственные почвы в Российской Федерации, их площадь оценивается где-то 210-220 миллионов гектар. То есть вы можете прикинуть, о какого рода масштабах загрязнений, да, идет речь. И причем сейчас мы с вами, когда мы говорим о занимаемой территории, мы говорим только о том месте, где непосредственно располагаются свалки. А мы ведь с вами, как химики, знаем еще о такой страшной вещи, как вторичное загрязнение грунтовых вод. То есть, когда атмосферная влага, там снег или тот же самый дождь,
попадает вот на эту вот мусорную массу, пропитывает ее, набирает в себя продукты разложения, уходит в почву. И хотя почва, конечно, является крупнейшим фильтром для воды и, в общем-то, очищает ее. Кто-то из вас, вероятно, даже помнит, в окружающем мире даже был такой пример, что как в походных условиях можно очистить воду, сделать простейший фильтр. Но, к сожалению, мы живем в такой ситуации, в таких условиях, когда я бы уже не рекомендовала просто так вот давать ребятам, рекомендовать им пить такую воду. То есть можно провести эту работу, сделать такой простейший фильтр, но чисто в исследовательских целях ни в коем случае не пробуя эту воду на вкус. И связано это именно с тем, что почвы во многом очень сильно загрязнены. Вообще вот, если мы говорим о сельскохозяйственных угодьях Российской Федерации, вот я нашла такую страшную статистическую цифру: 80% сельхозугодий в Российской Федерации повреждены, причем порядка 10% из них повреждены безвозвратно. То есть они уже не могут быть использованы, и на их восстановление потребуется десятки лет. Если мы с вами говорим о тех же самых автомобильных дорогах, вот с кем из вас мы виделись на очных семинарах, когда мы говорили о проектной деятельности, кстати сказать, по химии, мы упоминали вот о таких вещах, как то близость к автомобильным дорогам и использование под сельскохозяйственными целями территории. Раньше, еще лет 30 назад, была рекомендация, что вблизи автомагистралей, особенно крупных автомагистралей, 500 метров должна соблюдаться санитарно-защитная зона, то есть уровень загрязнителей, которые вот, попадают в почву от автострад, 500 метров должна соблюдаться вот эта защитная полоса. Сейчас эта полоса сузилась до 200-300 метров. И как вы понимаете, чем более густо заселена территория и чем крупнее автомагистраль, тем меньше вот эта вот, вернее, больше должна быть вот эта вот защитная полоса. А мы с вами, к сожалению, наблюдаем следующую картину. Едем по автомобилю, по трассе и видим огороды. Я понимаю, что люди, вот, скажем так, мы же не можем перенести огород, но этот момент нужно иметь в виду и хорошо подумать вообще о том, что мы, собственно говоря, выращиваем на этом огороде по той простой причине, что действительно загрязнение очень велико. Всем известно, что автомобильное топливо, бензин тот же самый, является в частности источником свинца. При сгорании, значит, одного литра бензина образуется порядка 3 грамм свинца. Так вот, концентрация свинца в почвах вблизи автодорог порядка 10-15 грамм на килограмм. Для примера, предельно допустимая концентрация свинца в почве составляет 32 микрограмма на килограмм. То есть речь идет о том, что концентрация свинца превышена не просто на порядок там, или на два порядка, а речь идет о том, что она превышена в десятки тысяч раз. То есть это еще один повод задуматься вот об загрязнении почв вблизи автомобильных дорог. Пестициды. Бесконтрольное использование пестицидов и гербицидов приводит к тому, что почвы просто-напросто отравляются вот этими веществами. И хотя, ну, отчасти их применение может быть и оправданным, но экологи вообще в последнее время все больше склоняются к тому, что вред от их использования намного превышает пользу, собственно говоря. И как бы то ни было, но 95% загрязняющих веществ, в частности пестицидов, попадает в продукты питания именно через почву. То есть всего около 4% пестицидов попадает в растения с водой, а в основном они попадают в растительную, в урожай через почву. Почему, собственно говоря, и рекомендуют все фрукты и овощи чистить, потому что накапливаются они в основном в кожуре, которая является естественным таким препятствием. И для того, чтобы не попадало это, собственно говоря, в организм, рекомендуют, естественно, очищать кожуру.
Ну и переходя к тому, что к нашей с вами более таким практическим приземленным вещам, значит, давайте с вами поговорим о простой ситуации. Вот у нас, к примеру, есть дача. Ну, я понимаю, что у многих огород уже разработан, но наша с вами задача подвести детей к научному объяснению и пониманию, почему что-то на огороде растет, а что-то не растет. А может быть, у вас есть возле школы, особенно если это школы в сельской местности, может быть, у вас есть при школах приусадебный участок. Сейчас, конечно, даже вот в мое время, я помню, что мы занимались на биологии практикой и выращивали что-то. Ну, по большей части, конечно, цветы, потому что я человек городской, но в целом еще тогда выращивали что-то такое простое, зелень, там, например, морковку на школьном участке. А мы с вами попробуем подвести научную базу под это, то есть что мы можем вырастить на какой-то территории. Поэтому вы с ребятами можете просто взять какой-то участок земли, например, возле школы, и поставить перед ними задачу. Ребята, давайте подумаем, вот, допустим, хотим мы вырастить, ну, я не знаю, давайте баклажан, потому что баклажан очень требователен к почве, к ее составу. Давайте подумаем, будет ли он расти. С чего начать? Практикум, который вы видите обложку книжечки, которую я взяла, и, собственно говоря, вот она у меня, могу вам ее продемонстрировать. Это практикум называется «Экологическая культура и здоровье человека». Он, конечно, рассчитан на 5-7 классы, но я думаю, что вы, как учителя, без проблем увидите, каким образом можно усложнить работу и дать ее не только 7, там, 5-7-классникам, но и дать ребятам постарше, то есть подключить сюда, например, более сложную научную базу, увеличить, например, или усложнить анализ, который мы проводим почв, то есть дать им какую-то более сложную проблему. Вот практикум, который представлен, собственно говоря, в этой пособии, вот вы видите, да, определение типа почв. Причем здесь достаточно большое количество эксперимента, которое предлагается выполнить с ребятами. Ну, прежде всего, да, это мокрый способ определения, мы начинаем с чего? Определение механического состава почвы, ну, в данном случае на пришкольной территории, но на самом деле роли, собственно говоря, это не играет. То есть мы берем и просто-напросто определяем, из чего у нас состоит почва. Методика здесь подробно описана, то есть мы получим результат. Потом определить тип почвы можно еще и, значит, что входит в опыт? Это определение наличия в почве песка, глины, органических включений. Это опять же изучение состава почвы. И кроме того, биологи знают, а кто химик, биологию вы не ведете, вам, наверное, будет это интересно. Можно сделать заключение о составе почвы в зависимости от того, какие растения произрастают на том или ином участке. То есть растения какие-то требуют более кислых почв, какие-то, например, любят там песок. То есть эту информацию в простейшем таком варианте, она представлена, опять же, вот в этом вот практикуме, который обложечку вот здесь на каждом слайде присутствует. Вы можете более подробную информацию найти, если она вас заинтересует, и использовать в дальнейшем. То есть это методы биоиндикации вот с помощью растений. Значит, определение водопроницаемости почв, это необходимо для того, чтобы понять, как нам поливать и, опять же, что у нас будет расти. И, наконец, химический анализ, то есть мы переходим, собственно говоря, к нашей части. Это, в частности, определение засоленности почв по солевому остатку. Эксперимент здесь не очень сложный, то есть его можно выполнить с ребятами, вот, и сделать, опять же, заключение по засоленности почв. Оценка экологического состояния почвы по солевому составу водной вытяжки. Эта часть работы, как и обнаружение солей тяжелых металлов, вообще предполагается, что это проходит в режиме такой демонстрационной работы, то есть это выполняет учитель. Почему? Потому что по солевому составу водной вытяжки вот в данном пособии предлагается выполнить с помощью тест-комплектов. То есть, ну, пятиклассникам их еще, наверное, не доверишь. Но если у вас таких комплектов нету в школе,
то вы, я думаю, без проблем найдете методику, каким образом это можно провести, собственно говоря, с помощью того, что у нас есть в лаборатории. То есть не обязательно пользоваться вот такими вот уже готовыми наборами. А что касается солей тяжелых металлов в почве, поскольку здесь предполагается использование реактивов определенных, да, там родониды, все такое, значит, понятное дело, что ребятам, опять же, в седьмом классе этого не доверишь. Но если, например, вы поставите перед собой задачу дать такую работу ребятам постарше, особенно старшеклассникам, то им, я думаю, что можно будет, особенно таким достаточно целеустремленным, доверить проведение этой работы. Ну, конечно же, присутствии педагога это само собой разумеется. И опять же здесь в практикуме, в числе прочего, предлагается провести вот такую вот экскурсию человека-почва, то есть провести научное наблюдение на какой-то территории. Это может быть местность вблизи школы, это может быть, например, тот же самый ближайший парк, обратить там внимание на места, где почва подверглась воздействию, то есть посчитать места, записать. И, кстати сказать, можно, например, отобрать для примеров, вернее, для выполнения работы пробы почвы, пробы грунта и там. Значит, каким образом проводится отбор почвы? Во-первых, есть в практикуме, а если вы учитель химии, то в химическом практикуме тоже есть лабораторная работа по анализу почвы. И, наконец, моделировать вот такую вот предлагается экологическую ситуацию, почему нельзя ходить по газонам. То есть это связано с наблюдением за всхожестью растений, то есть методика, опять же, подробно достаточно описана. Значит, когда мы с вами провели, да, и, значит, еще работа, эксперимент, это исследование влияния загрязнения почв на всхожесть и рост растений. Значит, есть растения, которые являются биоиндикаторами, то есть которые являются особенно чувствительными к каким-то загрязнителям, и, соответственно, по тому, как развивается это растение на почве, можно даже не проводя химический анализ или там не проводя его с такой высокой точностью, дать заключение о том, в каком состоянии у нас почва. В данном пособии рекомендуется использовать в качестве такого растения биоиндикатора крест-салат, потому что он является довольно, во-первых, очень удобным, его семена несложно достать и легко проводить работу. И вот когда, собственно говоря, весь этот эксперимент будет закончен, тогда мы уже сможем на основании той работы, которую мы провели, сделать определенное заключение о том, что у нас, собственно говоря, за почва. Можно померить pH, определить уровень кислотности почв с помощью лакмусовой бумажки. Лакмусовая бумага у нас продается, не обязательно, чтобы она была в школе. Я думаю, что вы все знаете, что добыть вот этот набор индикаторной бумаги очень легко. Она продается в хозяйственных магазинах, в частности, в той же самой торговой сети Leroy Merlin. На Озоне ее можно заказать за такие смешные, собственно говоря, места, вернее, сервис распространенный, и таким образом провести измерения. Вот. И тогда уже в зависимости от того, какие мы получим результаты, мы с вами сможем определиться, во-первых, что у нас за почва, насколько она загрязнена, кислая она, щелочная, она является суглинком или же наоборот в ней чернозем преобладает. И в зависимости уже от этого тогда можно будет поговорить с ребятами и объяснить, либо почему растут те или иные растения, либо, например, какие бы сельскохозяйственные структуры мы могли бы вырастить. Вот, значит, что вам помочь может, помимо вот этого пособия? Значит, я рекомендую обычно пособие «Проектная мастерская», вот помимо вот этого пособия «Экологическая культура и здоровье человека», откуда я взяла, собственно говоря, методику выполнения этой работы. Значит, «Проектная мастерская», пособие, которое поможет
выполнить эту работу и красиво ее оформить, то есть чтобы это была законченная научно-исследовательская работа. И кроме того, помогут работы пособия «Исследовательские проектные работы по химии и по биологии». И еще я бы хотела вам показать вот такую вот серию книг по технологии. Она называется «Сельскохозяйственный труд». Вот у меня есть, собственно говоря, один из таких вот учебничков. Коллеги, я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Вообще эта серия, конечно, создавалась для детей, скажем так, для коррекционных школ. Но дело в том, что здесь очень хорошо представлено описание, собственно говоря, вот именно сельскохозяйственных вот этих вот самых работ. А поскольку она написана для детишек, скажем так, специфических, то здесь все дается простым, что называется, понятным языком. Вот мы, кстати сказать, с вами говорили о том, что крест-салат использовать в качестве биоиндикации. Вот эта книжка у меня здесь, 7 класс. И посмотрите, здесь прямо есть работа, как выращивать салат. То есть я понимаю, конечно, у кого родители или бабушки, дедушки, огородники, дачники, для них, в общем-то, не составляет это труда. Но для ребят, например, городских, просто даже хотя бы посадить тот же самый салат или петрушку и вырастить на подоконнике, это будет интересно. Книжка написана простым, понятным языком, а если кто-то из вас работает в сельской местности, здесь, например, есть блок и по домашнему животноводству. Вот. Значит, на сегодняшний, что называется, момент у меня практически такой весь материал. В следующий раз мы с вами поговорим, каким образом у нас, из чего, собственно говоря, состоит почва, то есть что из себя представляет ее органическая часть, что представляет минеральная часть, каким образом мы определяем, мы можем рассчитать количество удобрений, которые нам, собственно говоря, понадобятся, то есть такими вот моментами. Поскольку, опять же, это связано, это химия, да, любое удобрение, это химическое, в общем-то, вещество, да, или смесь, допустим, то это хорошая такая работа, которая на стыке химии и биологии. Ну, конечно, у меня была мысль сделать этот материал пораньше, например, весной, то есть чтобы до того, как все будет посеяно на огород. Но я думаю, что проведя вот такую работу сейчас, мы, в общем-то, с ребятами не опоздаем, и в конечном итоге мы можем смоделировать такую вот почву, например, просто-напросто в ящике на подоконнике в кабинете химии или биологии. И таким образом вы сами, если вы химик-биолог, или же в сотрудничестве с учителем биологии, сможете провести вот такую вот интересную практикоориентированную работу, чтобы наши ребята не говорили, зачем, собственно говоря, им понадобится химия. Если вы начинаете работать с ребятами 5, 6, 7 класса, то вот такого рода экологический практикум является, с моей точки зрения, как вот методиста, хорошей такой пропедевтикой. Тем более, что мы опять же с вами знаем, что, собственно говоря, курс введения в химию далеко не все школы, не во всех школах выделяют на это дело часы. А заинтересовать ребят, конечно же, надо. И кроме того, у них должна формироваться связь в голове между тем, что они изучают на биологии, и тем, что они, собственно говоря, будут изучать на химии. Тем более, что у нас не всегда получается состыковать вот так вот хорошо программу рабочую, поэтому вот сформировать единство вот этого вот представления у ребят, да, о том, что зачем нужна химия в биологии, зачем она нужна в жизни, это, конечно, будет полезно. А если же мы с вами говорим о ребятах более старшего возраста, я думаю, это уже будет осенью, мы с вами разберем на вебинаре задачу, каким образом математическое моделирование применяется в химии и какую здесь работу можно, собственно говоря, сделать, тоже посчитать уровень загрязнения и сделать математическую модель. Но я надеюсь, коллеги, что вам этот материал пригодится. Значит, по химии я рекомендую, что еще, кроме того, вот это вот практикум, тетрадь для лабораторных опытов и практических работ,
Это для 7 класса автор Олег Сергеевич Габриэлян. То есть у него курс введения в химию для 7 класса, ну и для основной школы вот такие вот учебники. Значит, еще я при подготовке пользовалась учебниками биологии линии ОМК Сивоглазова для 5-11 классов. Это наши учебники. И кроме того, я приглашаю вас и ваших коллег, мы приглашаем принять участие в 2 конкурсах, которые у нас уже проходят. То есть они мы начали принимать работы с 14 июня. Значит, по прямой ссылке, которая перед вами, у вас она в презентации будет, вы можете более подробно прочитать про оба эти конкурса и принять решение, мы надеемся, что вы будете примете участие в этих конкурсах, какую работу вы, собственно говоря, пришлете. Значит, мы предоставляем возможности победителям и публиковаться в журнале, ну и, конечно же, мы отметим победителей, безусловно, призами. Коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы? Потому что вот я вижу в вкладке с вопросами, вопросов, что называется, практически нет. Я видела, что у вас вопрос кто-то задавал по поводу рабочей программы по экологии. Значит, можно посмотреть эту рабочую программу на сайте. Если вы что-то, допустим, не найдете, или там у вас возникнут проблемы со скачиванием, у меня в конце презентации есть слайд с моим электронным адресом рабочим. Вы можете написать мне на почту, и я вам тогда помогу, подскажу, или, допустим, у вас появятся какие-то вопросы уже после того, как мы с вами сегодня попрощаемся. Ну, я надеюсь, что материал, который мы с вами сегодня разобрали, вам пригодится в работе. Вы почерпнете какую-то, быть может, идею, потому что я ни в коем случае не претендую на то, чтобы доносить до вас какую-то вещь в формате догмы. Я надеюсь, что это вам даст какие-то интересные идеи для практических работ. Вот. И буду рада видеть всех вас, уважаемые друзья, на наших вебинарах, посвященных уже проектной деятельности в июле. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. До новых встреч.